Изделия из архитектурного бетона преображают любую постройку. Я хочу показать это на примере летней кухни. Архитектурный бетон представлен здесь в виде четырех основных опорных столбов конструкции, на которые опирается крыша из тростника. В целом стилистика этой летней кухни выполнена в японском стиле. И если бы не вот эти вот отсылающие нас к греческой архаике колонны, можно было бы сказать, что это синтоистский павильон. Колонны, поддерживающие эту крышу, выполняют помимо своей основной несущей функции, еще и функцию декоративных светильников. Вот в этих больших эхинах, напоминающих завершение архаичной колонны, расположены светильники, создающие вечером приятное освещение. Постройка состоит из двух объемов. Основной для посиделок, там расположен бар, стол и павильон, который можно назвать таким медитативным, созерцательным. Этот павильон поставлен для фиксации особенно красивого вида конкретного участка. За основным объемом находятся хозяйственные постройки данной летней кухни. Два павильона выполнены именно как отдельные постройки по причине, во-первых, сложного технологического стыка в тростниковой крыше, который возникает при образовании яндавы, а во-вторых, это отсылает нас к японской стилистике организации подобного рода построек. Думая о крыше, о покрытии этих павильонов, я рассматривал несколько вариантов кровли. Считаю, что выбранные наиболее удачные, так как, собственно, основная задача этой постройки была максимальное слияние с природой. Это именно павильон, растворяющийся в пейзаже. Поэтому альтернатива могла быть какое-то покрытие из лемеха, из досок, но это было бы по стилистике все-таки реверанс в пользу скандинавской или древнерусской архитектуры. А хотелось именно привнести нотку японского миросозерцания. То есть делать именно ту крышу, которая принята в синтоистских постройках Японии. А это именно стриженный тростник. Если говорить про конструктив этой постройки, то в случае, если вы задумаете что-то подобное на своем участке, можно обойтись достаточно простым фундаментом. Хватит ростверкового прямоугольного фундамента под основной объем и свайного фундамента под маленький объем. Но в нашем случае эти павильоны построены на насыпном грунте, который специально образует здесь полуостров. И в данном случае, конечно, это достаточно затратная была штука. Это большие сваи где-то на 5 метров и сложный ростверковый фундамент из многих отлитых за один раз балок, на которые уже вот на маленьких столбиках для легкости конструкции как бы опирается вот этот дощатый настил. Этот павильон тоже опирается зрительно на сваи, которые здесь видны, оголовки, но в целом это бетонный ростверковый фундамент. Особого внимания заслуживает конструкция перегородок этого павильона. Я не хотел утяжелять конструкцию, и в то же время хотелось некой легкости от всего этого образа. Поэтому я использовал фанерные перегородки, покрытые декоративной фасадной шпаклевкой с имитацией такой вот фактуры корка апельсина. Как оказалось, эта шпаклевка очень хороша для маскировки даже стыков между фанерой, так как она имеет небольшое растяжение, в ее состав входит каучук, швы не проступают. Несколько слов о материалах, из которых построена эта летняя кухня. Ну, в первую очередь, заслуживает внимания террасная доска. Это термообработанное дерево. Для южного климата, а также для климата средней полосы России, это оптимальный вариант напольного покрытия. Кроме того, балки основного шатра, так же, как и этого, и столбы, выполнены из клееного дерева. Еще дополнительной функцией этой постройки является некая пляжная функция. Я предполагал пляжную зону из мелкого ракушечника и песка. И для того, чтобы, входя в павильон, иметь все-таки чистые ноги, я придумал небольшой бассейн по периметру основного объема. То есть мы делаем первый шаг в бассейн, потом на ступеньку и потом на террасу. Постройка в целом вышла достаточно серьезная. И для того, чтобы все-таки внести определенную долю юмора и уйти от такой вот прямо японской серьезности, я придумал сделать душевую колонку, так как это все-таки бунгало и в нем есть душ, в виде каринской колонны с неким сюрпризом. Эта колонна может превращаться легким движением в фонтан. И новый человек, входя в душевую, не ожидая того, попадает под целый поток воды из фонтана.
Стоит отдельно упомянуть о конструкции этой крыши. Выбрав такую сложную крышу, я изначально не предполагал, насколько она сложна в монтаже. Это же подшитые вязанки хвороста, причем толщина этой крыши 30 сантиметров. Плюс ее еще нужно правильно уложить и подстричь, и сделать правильный конек. Конечно, такую крышу должны делать только специалисты. Крыша производит впечатление чего-то легкого, эфемерного, я бы даже сказал, но на самом деле на строительство этой крыши пошло 1,5 фуры тростника. Это огромный вес. И из-за этого веса мне даже пришлось усиливать несущую конструкцию стропильную и ставить даже дополнительную опору, которую я замаскировал под якобы легкую висящую ширму для телевизора. На самом деле это не ширма, это несущая перегородка, которая поддерживает ферму из клееного дерева, на которую уже опирается стропиловка. Технология установки бетонных колонн из архитектурного камня – это что-то вроде детского конструктора Лего. Сначала собираются элементы колонны, выполняющие роль несъемной опалубки, затем вставляется армокаркас из несущей арматуры и заливается бетон. Это еще один пример, на мой взгляд, удачного использования декоративного бетона в архитектуре. Это не отделочный, а именно строительный материал. Хотелось построить мост, но для того, чтобы он куда-то вел, пришлось насыпать остров, насыпной, на который, собственно, этот мостик ведет. Специфика строительства на насыпных грунтах подразумевает особенно тщательное отношение к фундаментам. Поэтому в этом проекте я настоял на устройстве единой плиты под весь мост. Это как бы два огромных бетонных рельса, на которые опирается и начало, и конец моста. Эти рельсы проложены еще до заливки воды в этом водохранилище на глубине -1,5 метра от уровня воды. В проекте я хотел использовать именно такую форму моста, ведь это в восточной традиции классический мост долголетия. То есть этот мост имеет такую дугообразную форму. Поэтому, подумав, как его строить, я изначально заложил конструктивную овальную арку в основании этого моста. Элементы этой арки были смонтированы до заливки бетона и явились несъемной опалубкой для создания основной формы, после чего на эту арку был выложен камень и устроены декоративные перила из, опять-таки, декоративного бетона. Обратите внимание, парапет выполнен не из прямых элементов, а это специально изготовленные криволинейные элементы. Для каждой модели пришлось сделать отдельную гипсовую форму нужной кривизны. Как вы видите, здесь одна, вторая, третья кривизна. Соответственно, это, конечно, сложно, но зато это позволяет воплотить именно тот замысел, который был заложен в изначальном проекте. Проектируя мост, я заложил криволинейные, характерные для классической архитектуры, завершения в начале и в конце моста. Как вы видите, это некая тумба, на которой установлен вазон для растения. Камень, который вы видите в основании этого парапета, это очень непростой базальт. Это вулканический камень, привезенный с гор. Его вручную кололи, везли сюда и из него строили мост. Парапет – это два слоя вулканического камня, между которыми проходит железная сетка и залит бетон. Базальт выложен на обычный песчано-цементный раствор серый. Перила выложены на такой же раствор, но уже из белого цемента. Пространство между деталями залито таким же материалом, из которого сделаны детали. Между деталями сделаны достаточно глубокие швы. Мне нравится, когда каждый камень отделен и подчеркнут. Ведь это действительно большие камни, из которых состоит, как и в старину, вот эта вот сложная конструкция. Поэтому швы заглублены. Помимо всего прочего, при возникновении усадочных волосяных трещин, они не так заметны именно в швах заглубленных. В покрытии пола использован материал максимально нейтральный, который не будет по своим визуальным характеристикам спорить с парапетом и изделиями из декоративного бетона. Это упрочненный бетон, который выполнен поверх монолитного железобетонного основания, собственно, конструкции моста. Складывается впечатление, что такие объекты, как парковый мост, абсолютно неприменимы для загородного строительства на небольших участках. Конечно, это не совсем так. Если рассматривать мост как некий антистресс и поставить его перед входом на участок,
пустить еще снизу какой-то, пускай даже сухой ручей, то можно трактовать мост в концепции такого вот философского отношения к жизни. Проходя через мост, оставляешь все свои проблемы на другом берегу. И в этом плане, конечно же, мост можно сделать на любом участке, вне зависимости от того, какой он площади. А можно просто обычную дорожку железобетонную подкопать, пустив визуальный сухой ручей снизу, и это, в общем-то, будет то же самое. Тут важна его смысловая нагрузка больше, нежели его внешний вид. Беседка «Ротонда» – это пример строительства полностью из декоративного бетона. Здесь он использован и как отделочный, и как строительный материал. Почему круглая форма на этом месте? Беседка обладает интересной способностью даже здоровенный кусок леса превращать одним своим фактом присутствия в парк. Так как для беседки пришлось насыпать искусственный полуостров, то фундаменты у нее достаточно сложные. В конкретном случае это 6 свай на глубину 6 метров и сверху бетонная плита, свай диаметром 600 мм. Конечно, такой прочный фундамент не требуется, если вы строите нечто подобное у себя дома. Достаточно плиты толщиной 200 мм, проармированной двумя сетками арматурными. Беседка построена в лесу, и для простоты монтажа я продумал устройство всей конструкции из декоративного бетона, который был привезен двумя машинами и смонтирован в течение достаточно короткого времени. Колонны – это несъемная опалубка, образующая архитектурную оболочку, внутрь которой заливается бетон и помещается каркасная сетка. А купол – это специально разработанные сегменты, которые образуют трояко-изогнутую поверхность купола с дырой в центре для подсветки центральной части беседки. В общем-то, это очень характерный для античных времен купол. Я вдохновлялся куполом знаменитого римского пантеона. В моем случае это решало практические задачи. Это технологичное решение. Быстро монтируются сегменты, 16 сегментов, образующих купол. И сверху устраивается тонкая стяжка, оболочка, собственно, для выравнивания формы и наружного каркаса, для того, чтобы скрепить все эти сегменты в единое целое. Оболочка из хорошего цемента марки 600 и проармирована рифленой арматурой в один ряд. Пол выложен из грубой брусчатки, швы между которой просыпаны крупным темным песком. Колонны из декоративного бетона – это прекрасная основа для, ну, скажем, автомобильного навеса на вашем участке. Установив сверху деревянную конструкцию с наклонно установленными досками, защита против града, вы получаете великолепный автонавес, защищающий как от солнца, так и от града. Еще одно преимущество – это возможность оставлять красивые деревья, устраивая вырезы в конструкции для их кроны. Если говорить о перголе, то эта конструкция тоже вполне может прописаться на вашем загородном участке. Помимо ее основной функции, а именно быть опорой для вьющегося растения, что само по себе очень красиво, она прекрасно может зрительно завершить ваш участок, сделав некую ширму перед забором соседа или с видом на лес, тем самым создав комфортную среду обитания вот в плане ее законченного вида. И декоративный бетон в этом плане, конечно же, незаменим. То есть этот материал не боится сырости, его можно годами оставлять под слоем растущих растений, даже не обрабатывая никакими специальными составами. И форма эта, она не изобретена мной, она восходит к древней традиции архитектуры. В японской архитектуре и в китайской есть такое понятие «ворота тори», которые фиксируют очень красивый вид, являются некой рамкой для фиксации этого вот конкретного вида. Перенося это на нашу практику, прекрасное место для фотографий. Конечно, вместо бетона можно использовать и другие материалы, не боящиеся разрушения, но архитектурный бетон привносит в это нотку такой вот античной достоверности, относит нас к временам Ренессанса и Возрождения.